таксометр и шашечки. За рулем опытный водитель. Все согласно новому закону о такси, который вступил в силу в начале года. Антон Павлов руководит одной из курганских фирм-перевозчиков. Все машины в его автопарке получили разрешение на извоз. По словам предпринимателя, с тех пор цены для клиентов изменились незначительно. Тариф по городу от 70 рублей. Зато клиентам таксометр сразу понравился. Люди очень довольны. Да, потому что, в принципе, это считает машина, и тариф всегда по километражу сопоставляет одинаковую цену. Не удивляет, где-то дешевле, где-то дороже. Разбега цен такого нет. Чтобы получить свидетельство, собственники подают пакет документов в Департамент промышленности, транспорта, энергетики и связи Курганской области и платят сбор. Стоимость 1700 рублей, если переоформление, это 300 рублей. И я могу сказать, что вот в связи с изменением 34-го закона у нас значительно быстрее и легче документы проходят, и люди стали приходить. Сегодня в регионе выдано 106 разрешений на таксомоторные перевозки. В областном департаменте промышленности ожидали большего количества таксистов. И заранее приготовили 3000 бланков. Однако частные извозчики предпочитают работать по старинке. И на всякий случай убирают опознавательные знаки при виде нашей съемочной. Закон о такси в этих кругах явно не пользуется почетом из-за необходимости платить налоги. Пускай сделает как попроще, как в Казахстане. Приехал за квартал, уплатил, да и все. А здесь будет, если сашечки, хреначечки и все остальное, то пассажиры совсем ездить не будут. А минусы в том, что по московским меркам это все судят. А надо по сельским меркам судить. Люди сколько там зарабатывают, сколько здесь зарабатывают. Работы нет, и людям работать не дают. У чиновников на этот счет другое мнение. Ну, если занимаешься каким-то видом деятельности, налоги должен платить. Поэтому по закону он будет оплачивать налоги. В июне специалисты транспортного департамента ожидают больших очередей на оформление разрешений, ведь пиратских таксистов будут привлекать к административной ответственности с 1 июля. Штраф 5000 рублей. Ольга Тыщик, Мария Иванова, Сергей Балмасов, Вячеслав Шевчук. Телекомпания «Регион 45».